уже там. Где мой большой колокол? А, блин, тут нельзя, надо дальше идти. Ты в курсе, что здесь враги будут? Бывает. Позлее. И ПВПшники тоже злее будут. Угу. Ой, блин! Так, я тут звонить могу? Иди до первого кактуса, там можно звонить. До первого кактуса? Идите, что ли, опять? Хрена. Я аж испугался. Так, ты вперед пошел, да? Да. А, ё-моё! Во-во! Но она легко убивается. Вот, я ее убил, и здесь можно звонить без проблем. Все, я звоню. Малый звоню. Все, я звоню. Этот как застрял. Я позвонил. Блин, прикольная лога, а? Ну, видимо, из какой-то могилы вылезла. А, тут дальше фонарик есть. Да? Ты уже дальше прошел? Ну, пройди вперед немножко. Надо активировать его. Вот здесь труп лежит. Труп? Где труп? Слева был, за стеной. А, вон, знание безумца. Бюргенвес, прям немецкий округ какой-то. Тут лежат солдаты Третьего Рейха. Блин. Будем жрать сосиски и пить пиво. Ты у фонаря, нет? Нет, ну я... Ты что, дальше-то ушел? Да я посмотри, тут что... Мы должны встретиться. Тут посмотреть запись. Берегись засаду. Оценок 14. Ты же в большой позвонил, правильно, колокол? Да, в большой. Ну давай, Бюргенвест. Я хочу катану. Мы сегодня должны... О, найти найден. О, найден. Да. Ой, я даже, знаешь, как переименую. Не надо, мы сегодня не найдем катану. Нет, найдем. Нет, не найдем. Найдем. Нам надо было идти туда. Ну что? Блин. Блин. Баба. Звонарь. Так, эта дверь по-любому закрыта. Но я проверю. Давай, ты пока проверь, я пока кое-что тыкну. Закрыто устройство. Идет! Я вон вижу то, что чувак стоит. Блин, я тут засмотрелся пока. А он не дошел. Слушай, в них пули. Это вообще замечательно. А мне не выпало ничего вроде. Потому что я не бил ее. Ты мне кажется, или у меня FPS проседает немного, а? Я тебе скажу, это злые тараканы. Ладно. Тараканы. Кстати, это вообще, давай посмотрим, как оно выглядит, а? Берегись засаду. Кто? Кто выглядит? Это хрень. Это муха какая-то. Это таракан. Это муха, посмотри на глаза. И черепашек-ниндзя, этот, как его, доктор, блин, забыл. Понял, который такой, блин. Ну, понял, о чем ты. Кстати, говорят, во второй части черепашек-ниндзя будет негр-доктор. Он всегда был белый. О, бежит, смотри. Вау. Это муха какая-то, а. Видишь, крылышки у нее. Как лапы у паука. Как говорится, добрый, злой, да? Неважно. Главное, у кого ружье. Куда, вниз пойдем? Да, подожди, я здесь проверю, что здесь. По-моему, здесь... Вот, там что-то есть. Тут записок куча, стой. Да, я тоже вижу. Лучший выбор огонь. А, вот, смотри. А, Ктулху. А, он меня поймал, спасай. Эй, я не могу его бить. Ром, я не вижу. Я тебя вижу. Ты жив там хоть? Ну, типа того. Эй. Ай, Ром! Я ничего не могу сделать. Развлекайтесь. Он засосал меня.
Я жив, не переживай. Ну ладно. Тайное озеро. У меня есть уже такая руна. Где она? Почему они повторяются? Ну, может быть, три руны хочешь поставить тайного озера. Может, на каких-то боссах и три руны надо будет, а? Бляха-муха. Иди ко мне, иди ко мне. Ну что, тут на самом деле неплохое место для дуэли. Мы уже всех убили. Роди-робот. Роди-робот. Жаль, нельзя Зигулинку кидать. Вон он идет. Все потом, а. Ой, у него. Он зарядился. Эй. Давай, я пока уклоняюсь. Ах ты, животное. Смотри, так, патроны. Ром, аккуратно. Да ё-моё, я его не могу так. О! Ты чё, умер что ли? Нет, хилься, нет, хилься, нет, хилься. Нет, хилься. Ты ему сбил. Ром, хилься. Хорошо. Один раз есть. Блин, да. А, блин. Ром. Ах ты, как. Зачем ты умер? Вопрос, нет где в этой пушке? Не, в этой нет. Ладно. Да, блин. Я сейчас умру. Не надо, Ром. Все, умер. Он на меня спрыгнул и убил. Я прыгался. Какие руки, а? Да вообще. Ах, давай, звоню. Дин-дон. Мы его почти убили. А еще где-то надо эту звонящую бабу найти и убить. Все, он найден. Ну да, вижу. Найден звон. Ах ты. Нам пишут, все хорошо слышно, и музыка тащит. Привет, привет. Че, уже кто-то пришел? Да. Слушай, эта тварь нападает, она жизни не отнимает, она безумие накладывает. А-а-а. Причем полную шкалу почти. Блин, что он кепнулся? Я ей нравлюсь. Ой-ой, ходит. Вау! Скинь её с меня, скинь! У меня в ушах. Я не могу. На себе. Так, стоп, не надо отойти. Куда тебе ой, отойти? У меня безумие так наполняется шкала. Все. Она опускаться, наоборот, должна. Нет, она у меня наполнялась почему-то. Ты был безумен. О, это моя кровь. По-видимому. Да, моя. Нет? Моя. А. Не ходи туда. Нафиг. Пойдем? Ну, блин, опять я дуэлился, если что. Да, нормально все, пошли. Ну, давай. Здесь у нас что? Что-то кто-то здесь есть. Да, что-то... Ну-ка. Смотри, какая луна, Рома. Красота. Под водой? Под водой? Это в небе отражается луна, которая под водой. Ой-ё, там впереди таракан. О! Еще один. Их два. Давай, ты одного на себя бери. Ну, нет, маму. А, он меня сейчас поймает, все. Поймал. А, нет, тоже. Ой, да тебя двое просто. Понял.
А, один на мне типа висит. Хотя не на мне висел. Кажется, нам сейчас плохо будет. Ром! Ты живой? Да. Пустите нас! Пустите в дверь! Да. Открывается с другой стороны. Будем убивать-то этого? Ну, подожди, посмотрим, что здесь есть. Ой, я со спины сейчас зайду. Давай. Пошел. Блин, я еле пробиваю. Бьем, 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 бьем. Ой, он блеванул. Рогонул. Рогонул. Ребенка отрыжка, знаешь, так. Сегодня я ехал в маршрутке, напротив меня сидела женщина с ребенком. Укачивала его, укачивала, и он заблевал весь пол. Ладно, хоть на меня не попал. Не, серьезно, это было нечто. И она такая его быстро-быстро вытирает. И видно, что торопится, и выходить скоро. И она кричит там, водитель, говорит, тут ребенка укачало, мы вам весь салон испортили, в общем. Да ладно. Ну, я, говорит, уже выхожу. Я вообще просто... Ладно, хоть отвращения нету к этому. Как бы блевать не потянуло, но и смеяться некрасиво. Да ёбона мать, а! Какого? Опять да он. Да ладно! Серьезно что ли? Да. Надо дверь открыть, путь сократить. Слышишь? Какую дверь открыть? Путь сокращаем. А вон он идет. Ром, иди сюда, брат. Он по той стороне. Слышь? Иди сюда, да, 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 да. Он прямо за воротами. А он, по-моему, туда убежал дальше. Дальше подождем. Вон он. Ага. Он огнем-то бил? Да, он это. Ладно. Блин, опять. И оружие зарядил. Да я понял уже. Эй-эй-эй-эй! Я, по-моему, на твой огонь наступил. Да ёп! Ай! Чё-то я коктейль Молотова очень кидаю. Ром, аккуратно! Да как я не достал? Да! Аккуратно, аккуратно, аккуратно! Так, о! Ай, блин! Всё, я сдох, да? Хреново! Да, я сдох. Тебя сейчас выкинет. Да-да-да-да-да, кстати. О-моё, я... Тебе бежать надо было, чё ты сдох? Главное, чтобы сейчас эта здоровая каракатица не подобрала мои души. Да ладно, убьем еще раз. Надо эту звонарь найти, бабу. Она, по либо в этом доме, либо чуть дальше. Чё, я звоню? Да, да, звони. Ту-ту-ту-тум, ту-ту-тум. Угу. Чё там пишут? Раки мы. Да, мы играем раз в неделю. Мы те еще раки. Тем более у него, я понять не могу, у него там все вкачано на силу, что ли. Он что-то как-то очень сильно пробивает. Так. Давай-ка я лучше переоденусь. Во что переодеться? Ну, я не знаю, но у меня... Вот... А, у меня же от огня стоит одежда, блин. Угу. Так это хорошо, то, что от огня стоит. Ну, так-то да, с одной стороны. Ой, найден. Ну, я проход открыл, так что сейчас сразу туда идем. Не успел? Переодеться? Нет. А. Забыл. У две смерти у нас уже.
Сейчас дай-ка дальше переоденусь. Ты тварь. Так. Ну пойдем еще заберем душу твою. Пойдем. Ой, это волшебный таракан ходит. Мне интересно, не... И у него твои души. Серьезно? Не знаю. Ай! Ой, откуда? Со спины. Так, нашел душу? Похоже, что у него. Ну что, налетаем. Ищем души. У него такой одуванчик на конце висит. Ой! По-моему, у него это венерическое заболевание. Я бы испугался, если бы у меня на конце дву. Да. Все, у него были. Так, куда? Представляешь, идешь в туалет, а у тебя одуванчик. Пошли сюда. Опаньки, смотри, что столько всего. Там столько крови. Береги женщину, но охотник волшебно. Волшебный. Да. Охотник, ты волшебный. Сильного врага ждет впереди. Лучше выбор ближний бой. Ну, спасибо. Ой, что-то какой-то звон произошел. Это я только что делал. Лучший выбор специальный предмет. Это ловушка? Нет. Я. Наверху, наверное. О, подожди, сундук. Где? Ай, ну, блин, а. Толк от этого. Что там? Жемчужная слизень? Чё это? Эй, хозяева! Надо вот эту дверь открыть, наверное. Или не надо? Это кто? Это женщина, пират. Да, вот про него и говорили. Сильные врага впереди. Ой, что это надела? Пылесос какой-то. Это домработница. Парадуйка какая-то, слушай, на нее. Ух ты! Да хоры тебе не пить, коза, блин, а. Фух. Че дали? Ничего. А, вот, подожди. Голубой эликсир. Да, она была геем. Смотри-ка, а что там такое? Где? А. Где? А, это то, что я похвалил запись. А. Да, тьфу, блин. Оно мне светится. Там говорят, маг ничего, да? Угу. Баба злая, а колдун ничего так. Опять звон какой-то. Да, где-то тут она. Верующий да спасется. Так, я... О, тут босс Ром. Не ходи сюда в эту дверь. Она, наверное, наверху сидит. В дверь не входи. Погоди, я сундук открываю. О, студенческая униформа, студенческие штаны. Может, мне надо переодеться, чтобы с колдуном поговорить? Логично. Лучший выбор — огонь. Луна от них тут воняет. Где звенит эта тварь? Так, я наверх полез, Ром. Тут кто-то орёт. Там, наверное, звонарь. По-любому оно там. Да. Убивай. Вот она. Когда красная луна висит низко, грань между человеком и чудовищем размывается. И когда снизойдет великий, в чреве появится дитя. Какая жесть. Там есть что-то еще? Да, Ром. Иду. Сундукай! Не только. Ключ от лунария. Ты еще выше поднялся? Угу. Что-то у вас звуки там какие-то. Да, все уже. Ой, таракан. Погоди, там писали что-то про колдуна. Я говорю, может быть, мне нужно переодеться, а в студента... Да ты сундук забери, потом уже это будешь переодеваться. Пустая раковина фантома. Пойдем. Не, ну логически так, если подумать. Он скажет, о, новый студент.
Знаешь, это как доктор, у которого отобрали лицензию, так же и он. Он когда-то учил детей, но у него отобрали всех учеников. Ты что, вниз свалился? Да. Блин, я смотрю, лестница-то не это, не закругленная, а что-то прямая. Так, Ром, там босс? Нет, я думаю, там не босс. О, тут туман у меня. У тебя, а у меня дверь. Но у нас нет выбора на самом деле. Дверь открыта с помощью ключа от лунария. А, вон он сидит. Ну чё, я пошел? Давай. Кто там хоть, а? Дедок какой-то. Понятно. А, я не могу. Подожди. Больные, нет тебе пощады. Ром, чё? Он у меня это в виде духа почему-то. Метаморфоз, жалость какая. Ну-ка, поговорить с ним. Что ты делаешь? Он меня хочет посохом ударить. Уверен? Он куда-то показывает. Иди, говорит, туда. А, он со мной не хочет разговаривать. А я пройти не могу. Подожди, жди. Космический рот ждет впереди. Верующий да спасется. Ой, мне предлагают вниз прыгать. В воду. Там какая-то воронка белая. Может, старика ударить? Там боссы есть, а? Может, старика ударить? Нет? Не надо его. Ну ладно, я прыгнул в воду. Жив? Да, озеро лунной стороны. Блин, здесь черепаха какая-то. Ты не можешь зайти? Нет. Тут не только черепаха. Подожди. Не дай себя обмануть, помни большое чудовище. Здесь, короче, две стороны. С одной стороны какой-то зерк. С другой стороны черепаха с блестящим панцирем. Ой, я что-то слышу, орёт. Да как мне пройти-то, а? Я не знаю, кого мне бить. Черепаху или зерга. Короче, это каракатица. Может, с ней поговорить можно? А, мне сказали, не дай себя обмануть, помни, большое это чудовище. Ладно, каракатица, ты большая. Готовься к бою. О, ты начал битву. Куда бежать дальше? В воду беги прямо. Тут пауков она кучу призвала. Ух ты, ё-моё, а. Ты где? Вон ты. Я ее ударил пару раз, я на пауков... Нахрена ты ее бил? Ну, написали, не дай себя обмануть. Большое это чудовище. А сзади тебя зерк стоит, вон. Ой, паук появился. Да. Может, ты не того пошел убить, а? Не, паука надо убивать, да, я знаю точно. Давай мелочь всех кладов убивать, а? Вспоминай вот, времена пошли. World of Warcraft, а? Ты как будто играл в World of Warcraft. Играл. Сказочник. Я еще в Overquest играл больше. Блин! Что там? Меня это... Сваншотили. Да ладно! Они прыгают? Ты прикинь, они просто подпрыгнули и пузо прибили меня. Теперь знаем тактику, как надо отбегать. Ну да, я до этого как будто не понимал, то что если я тебя прыгаю, там надо убегать. А я шел в надежде, что я сейчас... Я-то тяжелым шел бить. Я пока замахнулся, они подпрыгнули и раздавили меня. Звоню. Сейчас можно это, бабу не убивать. Сразу идти. Можешь зерга попробовать бить, нет? Не знаю. Давай все-таки пауков. Давай пауков. Они более безопасны. Надо будет еще оружие на огонь заточить. У меня сейчас одежка прикольная. Чё у тебя? Ну, нравится, как внешний вид героя. Ну. Одежда? Ага. Блин, я расстроен. Меня убили два паука.
Найден звон. Только я села. Кстати, на Твиче, да, задержка и такого маленькая. Ну да, давно уже проверено. Потому что я смотрю, реально там, блин, ну, вообще краб. Пойдем. Пойдем. Надо, наверное, будет сейчас опять эту бабу убить. Наверное, нет, думаю. Ты думаешь, она уже все? Угу. Окочурилась? Ну вот помнишь, как Курсем, он, который был? Который? У пулеметчика. Стоп, стоп, звонарь, Ром. Да нафиг она нужна, сейчас на босса сразу зайдем. Заходи быстрее. Они же не могут на босса зайти. Я тоже не могу, пока ты бой не начнешь. Обля-дя-дя-дям. Все, я зашел. А я не могу. Вот. Ладно, паучиха. Ты начал финальную битву. Она сама начала. Я что, так прыгаю. Вау. Вон моя кровь. Собирай ее быстрее. Они уже пришли. Злые паучки. Ты говоришь, они... Понял, как они делают. Я увидел это. А сколько тут крови? Они огня боятся. Уверен? Да. У тебя есть огонь? Нет. Вау. Ух ты, как они бьют-то больно. Они башкой в эту землю бьются. Какая ты страшная, а. Так, тебе подавай, я пауков буду на тебя отвлекать, маленький. Какая же ты страшная. Вау! Ромка! Ты умер? Да, я паучков на тебя отвел. Так давай сюда и опять звони. Так у тебя колокол работает? А, ну да, по идее. Нет, а не как? Работает. Не работает. Да. Сочувствую. Че, мне одному придется спасаться? Давай, пробуй. Вы злые пауки. О, убил. Убил? Босса? Нет, не босса. По идее он легкий. Пауки всегда легкие. Он даже не бьет. Он только пауков призывает. Но он хорошо защищен. Бляха-муха. О, надо волосню поджигать. Не в голову бить. Ой, что-то она это, метаморфозу принимает. Блин. Она отхиливается, блин. Может, ей в этот момент бить надо, когда она отхиливается? Исчезла. А вон она. Она дальше убежала. Не, она вращается, уходит в невидимость. Ой, блин! Это что-то новенькое. Начала кидаться какими-то ледяными шипами. Причем я даже не вижу, что она их пускает, а из неба какого-то летят. Да ё-моё, да как так? Слушай, это жопа. Да верю. Я Ктулху тут забыл. Жуть. Че ты там? Я только сейчас обратил внимание, то что Ктулху, когда твои мозги, короче, съедает, он рыгает, а? Ладно, еще раз сдохли. Подох, все, я иду к тебе. Я звоню. Я тоже сейчас буду. Все, динь-дон. Так. Да.
Так, пошел я туда сразу. К замку. Куда? Я же не могу туда подойти. К замку не можешь закрыт. А. Ну ты ко мне призовешься все равно. Ну я вышел туда. Так толку надо рядом вроде быть. Не обязательно совсем рядом. Ну мы вот не раз вышли. Ну вот я как спускаешься вниз, перед воротами стою. Ах ты. Я тут уселся, понимаешь. Давай туда. Так, подожди. Надо одежду сменить. На какую, кстати? Она что-то типа воды, что ли, бьет. То ли вода, то ли лед. Есть защита на такое? Сейчас посмотрим. Нет. Значит, тайная магия, наверное, да? Нет? Угу. Быть может, тайная. Я не очень понял, что это было за магия. Но походу... Походу на мне лучшая защита от тайной магии. От молниеных, огненных, тайных. Шляпа Белой Церкви пока что лучшая. От тайной. Так, я призываюсь. Ерманский охотник, что ли? А, не, вот, студенческая униформа. Слушай, от тайной магии 140. А где ты ее нашел? Ну, там нашел. Я же говорил, может мне в студента переодеться. Или одеяние Гаскона одеть? Не, ну не просто же так дали, да? Угу. Тайная 50, 60. Я уже тут, если что. Ну я, подожди, переодеваюсь. Лучше вот эту накину. И студенческие штаны. Глянь, какой я страшный. Да я наверху. Я почти Гарри Поттер. Очков не хватает. Иди сюда, иди. В общем, когда на второй фазе, если ты доживешь. Стой. Ну, прикольный, наоборот, чё. Если доживешь до второй фазы, то бегай от нее в разные стороны, когда она начинает подниматься на задние лапы. До третьей фазы я еще не дошел. Ты... Да. Все, я спустился вниз. Давай, начинай битву. Все. Я ищу свою кровь. Вон она. А что там зерк это делает, а? А где зерк? Да уже поздно. Зерга уже нету. Блин, страшно-то, а? Ром, братан. Блин, они блок ставят, и что? Ой! Воу! Ты смотри, когда прыгают, вот тогда от них убегают. Да. Я лучше тогда вот на этих как будто. А, ну вообще легко на самом деле. Они прыгают, ты отходишь, они. Да, они башкой туда впиваются, да, 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 в пол, и ты их бьешь. Ой, он на тебя там прыгнул. Опа. Так, давай, в бочину ее надо бить. Ну, окружаем. Окружай. Ой. Она не бьет пока что. А. Спереди не бьет, только в бочину. Вот она. Ух, хилится и уходит во вторую фазу. Ты уверен, что... Она сейчас телепортировалась. Да, вон она впереди. И она сейчас будет хери всякие пускать. Угу. Так, все, бегай, прыгай.
кувыркайся там. А, вот он убил. А, еще в меня, да? Да. Блин, они не пробиваются. Блин, опять. Так, отходи. Меня и промазала. Хорошо. Ой-ой, там. Блин, я сдох. Умер опять. Вау. Да. Злые пауки. Надо взять пушку. На второй фазе она сейчас пригодится. Так, давай, звоню. Блин, у меня остался последний на огонь. Это плохо. Да ладно, хватит еще. Я думаю, мы не с первого раза ее сейчас пройдем еще. Локация, конечно, маленькая, но босс жуткий. Ой. Так. О, все, вместе мы. Так. Я его уже ненавижу. Ничего мне его убивать, Ром. Да, я знаю. Так, где моя кровь? Забей. Ни хрена. Вон она. Да. Блин, я думал, что я сейчас разобьюсь, а? Помни тайну, говорят, а? Тайну? Угу. Типа тайная магия, что ли? Не знаю. Время для сильных врагов. Ну-ка, погоди. Я же там нашел какую-то херь, может, она начнет. Лучше выбор молния, Ром. Молния? Угу. Пустая раковина наделяет оружие тайной силой. Тайная сила фантома. Лучше... Чтоб... По нам тоже ударило, да? Слушай, там вот у тебя тараканы стоят, они тебя не бьют. Ты им не нравишься. Так, ну ладно, у меня бумага на молнию тоже есть. Перебьем пока тараканов просто. Да блин, хватит тебе. Жить. Блин, надо вдвоем убивать. О, этот на тебя идет. Вон двое. Блин. Какие смелые тараканы. Они еще паутину пускают. Да ладно. Блин, у меня молния закончилась. Наверное, зря я ее воспользовался. Я тебе сказал, давай на босса ставим. Да. Ой, 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 упонятся, ой. Хватит тебе, блин. Прыгай, прыгай, прыгай на меня. Чё, готов? Да подожди, я тут этого еще не убил, этого. Ты чё, гонишь, что ли? Правильно, со спины каждый может, а? Да ты долго думаешь. Ну чё, молнию применять? Сейчас, подожди, ближе подойду. Да, всё, я применяю. Я тоже. Обхожу. С этой стороны. Давай. Херачу я током. Нормально, пол КП уже сняли. Мы больше бей, половины бей, сняли. Бей. Все. Бей, все уже. Так, где ты, тварь? Вон она.
О, смотри, они... Нет. Блин. Мне показалось, что они отдельно, короче, прилетели, а? Ро, может, пауков тех вынесем сначала, а? Тебе не кажется? На тебя, да? На да. меня? На меня, на меня. Надо этих пауков вынести. Слушай, она что-то перевернулась. Отходи, отходи, отходи. Бегай, 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 бегай. Не падают? Не. Так. На тебя, на тебя, на тебя. Ух ты, гадина какая, а. Ну, давай-то, что? Так, стой, не подходи. Так, на меня опять. Ага. О! Так, минус один. Перевернулась, блин. Да. Отошел. Так, давай, паучок, прыгай. Опять на тебя. Больно. Перевернулась. Блин, да. А, на меня, да? На тебя? На тебя, на тебя, наверное. Ой. На тебя. Она что-то просто повернулась в мою сторону, я подумал, что может на меня. Блин. Так. На тебя. Промахнулась хорошо. А пауки-то стягиваются, а? На меня? Нет, вообще к ней. На меня, а, блин. Да, это на тебя. Это стягиваются. Теперь драпай. Упала, упала. Чё, не пробило? На тебя, уходи. Хару, хару, хару. Блин. Ой. Хорошо, Ром, я вот этих пауков, что вдали убью пока, а то они что-то жизнь портят мне, в спину заходят. Давай. На тебя, да? Нет. Нет. Какой же мерзкий босс, а? Я почти сдох. Плохо. Ой. Ладно. Попробуем, давай ее побить просто, Ром. А, хотя там пауков сколько, ага, побьешь ее. Ой, на тебя, на тебя, на тебя. Да я уж вижу. У меня хилок осталось так-то немного, надо пробираться. На тебя, да? Нет, да, на тебя. На меня, на меня, на меня. У меня тоже 3 хилки осталось. У меня пока 10. Ну, перевернешься, нет? Перевернулась. Так, я пока на себя ее отвлекаю. Тут пауков осталось немного. Перевернулась. Хорошо. Так, на меня. Тебя, на тебя. Я... А, нет, она вообще что-то новое сделала. Что она делала? Иду бить ее. Давай, я тоже. Вау! Отходи, отходи, когда вот так вот она делала. Она сдохла. А. Ой. 12 штук дали, холодная кровавая. Да, дождь пошел. Да. О, там что-то появилось. Ты сваливаешь? Пока еще. Да, все. Да, ты сваливаешь. Подожди. Где мы сделали, а? Да, что там пишут? Лучший выбор, атака со спины. Это мне что, вот эту дуру сейчас надо бить? Да ладно. Тут какая-то баба, невеста. Не бей, не убивай никого. Она вся в крови. Она плачет.
И ребенок заплакал. Блин, луна кровавой стала. Ну. Это плохо? Это хорошо. Ну. Это плохо, но это хорошо для нас. Наверное, ребенок родился. Потому что я слышу плач ребенка. Теперь плач ребенка, походу, будет все время. Ну ладно. Хватит на меня прыгать, блин. Чё там про... А, это про нож писали. Ой, Ромка, у меня безумие только что было. Ой, я это, слышь... Секрет ритуала раскрыт, ищи дитё кошмара. Я появился там, где этот... Ктулху на стене. В общем, я в жопе. Мне дверь открыли. Да ладно. Да. Меня телепортировали. То есть ты там самый уже? Дверь открыта. Ктулху не против. Я меня подожди. Да. Что, тебя призвать в смысле тут? А как ты меня призвать? Подожди, ты где Ктулху вот... Где мы только что боролись? Где рука здоровая? Где на потолке висит черт волосатый. Ну, это мы вместе дойдем, потому что меня-то сейчас они пустят. Я сейчас посмотрю здесь, если фонарик есть, то я его обязательно заюзаю. Ты можешь попробовать открыть пока. А я присоединился. Какую-то деревню, в общем, открыл. Нет. Ой, здесь эти крестьяне злые. И они намного злее, чем... В прошлой деревне. Так, мне нужен фонарь. Да. Небо фиолетовым стало. О, я нашел фонарь, все. О, хорошо. Ой-ё. Не нравится мне это. Ну ладно, я телепортируюсь.